Мультицентр «Моя территория» – это прежде всего возможность для каждого в самовыражении, развитии навыков и компетенций. Одной из особенностей мультицентра является то, что здесь можно арендовать площадку для событий любого масштаба. От реализации крупных проектов до деловых встреч или игр с друзьями. Сегодня работу мультицентра обеспечивает команда, которая работает с молодыми людьми. Мы с молодежью города Ишима сделали такие проекты, как «Линии города», «Киберскрепка», «Творческий город», «Папа тут». И это далеко не все, ведь «Моя территория» сегодня – это место не только для развития, но и для знакомства, объединения и продвижения себя. Так, на площадке ежемесячно проходит ряд проектов для молодежи города. Здесь каждый найдет себе занятия по душе. Творческие встречи, спектакли, мастер-классы, мероприятия по созданию стрит-артов и проектированию городской среды. Команда с удовольствием делится опытом в сферах социального проектирования, медиа и администрирования. Помогает в предоставлении необходимых ресурсов для реализации вашей идеи или события. Каких именно? Сейчас расскажу. Комфортабельный зал на первом этаже для атмосферных вечеров и творческих встреч. Пространство мультицентра стало любимым местом для экспертов юга Тюменской области и России. Здесь уже не раз проходили обсуждения между бизнесменами, политиками и молодежью города, а также организация прямых трансляций крупных проектов нашей команды. Площадка на втором этаже подойдет для проведения презентации кинособытий. Здесь проходили открытие и закрытие проектов, театрализованные представления, творческие репетиции, концерты. А для генерации идей и дискуссий в мультицентре есть штурмовая комната. Именно здесь рождаются самые громкие и безумные идеи. Любое из помещений доступно для бесплатной аренды. Наше пространство всегда открыто для тебя. Приходи по адресу город Ишим, улица Ленина, 7. А если остались вопросы, то звони по номеру 8-345-517-84-77. И до встречи в моей территории.